Зашли в какой-то храм, дали денег при входе какому-то святому и пошли дальше, потому что скучно. Ой, это мой кот. Здрасте. Пойдемте дальше. Котик у меня что-то снимает. Молодец, котик. Строят какую-то большую хрень. Так ты бы режимы на этот режим не включил. А, ну или найти эту историю с короной. Ну да. Ну, давай посмотрим. Намасте. Гаечка, куча девочек. И почему-то говяжками сразу запахло. Может быть, это, конечно, и не вместе. Вот это я, наверное, вам плохо будет видно, но это просто нереальных размеров хрень. Очень тонко вырезанная работа из дерева. В камере солнце вообще маленькое. Зай, расскажи, что оно гигантское. Может, надо ближе подойти? К морю? К солнцу. К солнцу? Ну, пойдем ближе. Коровки вон отдыхают. Вон коровы. Заяц. Oh,
Здрасте, котик. Здрасте. Мы катаемся по Гакарне. Заехали в бар. Про что рассказать, про вино? Ну, я взял Budweiser. Мышка взяла просто пиво, а я заказала вино. Я говорю, покажите мне бутылку, пожалуйста. И мне приносят вот это. Это вино. На этикетке написано For sale in Karnataka only. Но правда, мне кажется, оно просроченное, потому что тут как бы дата. Берется сок, просрачивается. Вино? Да. В составе просто сок, спирт и сахар. Ну и на вкус так же. С добрым утром. Мы проснулись в Карнатаке и увидели обезьян. В Гакарне. Я не знаю, вы их видите или нет, но, наверное, видите. И они тут везде. Обезьяны. А вон там бегают. Ой, не видно. Ой. Обезьянка. What is your name, this place? This place? Nadibag. Nadibag? Yeah. Наш друг привез нас на Nadibag. We should you finish? Yeah? Yeah. I'm film director in Russia. Russia, Moscow. No, okay. Siberia. You have Siberia. Yeah. My friend also, close friend also Siberia. We keep contact. Yeah, more friends Siberia. Okay. I'll show you after. You come. Okay. More Russians friend. Okay. We keep contact. You see. Oh, big boat. Nice. Такой вот красивый пляж. Is good, happy? Very. Come. Oh, nice. Вот такого туристы не увидят. Такие лодки, офигеть. This is backwater. Backwater. Oh, okay. Come backwater. Я хочу туда. Да? Хорошо? Good. Очень хорошо. Отлично. Отлично. Perfect. You stood, I'm making coffee. I'm shooting. You stood, stand here. You stand. This is video. I know. Hello. Первая наша фотография вместе. Первое видео вместе. Да, там. Индийское кино.
Да. Да? Все, уходим? Подожди, он будет нас снимать. У нас появился свой режиссер. Оператор. Оператор. Он говорит, куда идти. Okay. Hello. One moment, just. Just. You happy? Yeah, you come, I'll bring beautiful places also. From Goa, you come back, okay? Okay. ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನೋಡ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕದ ಅದು ಬಾ ತೋರಿಸ್ತೀವ ಬರ ಮೈ ಪ್ರಿಯಹಲಿ ವ್ದೋಮ್ ಕ್ ನಾಶಿಮು ದ್ರೂಗು ಇಂಗೀಸು Где заяц мой? Здесь. Ой, нет. Вот мой заяц. Снимай боты. Окей. This is my sister's daughter. Hello. Hello, hi. Интересненько. Why you shopping? А? This is poor house. No, it's interesting for us. We have small room. Yeah. In Russia. Yeah. I have big. You have big. Come. Пошли. Oh God, very hot, no? You take little tea? You have coffee? Coffee, no. Oh, tea, only tea, okay. Coffee won't allow, le? Coffee, the cold, the cold. Business class, the house. Очень темно. Very old. Good. Okay, okay. Very dark for camera. Yeah. Normal. Very old. Oh, good. This is inside soil. Soil? Inside soil. Ah, no okay. Concrete. Ah, oh. Good. Ну да, я уже снимаю. Мы проехали весь штат Гоа. Не, Карнат, мы выехали. Мы последний раз ты что мы снимаем? Меня. Мы заехали в Карнатаку. Мы проехали 100 километров по Карнатаке. Нас три раза останавливали полицейские за то, что у нас не было шлема. Два раза мы прикинулись дурачками и прокатило, на третий раз нам пришлось дать взятку. Езда без шлема в Индии стоит 500 рублей. Это взятка? Это взятка в смысле. Никакой 2000 бумажки. Штраф. Да, штраф 2000 стоит. Так что вот, теперь мы едем и готовим еще, наверное, несколько сотен, потому что хер его знает. А еще мы увидели очень крутые рисовые поля. В которых работают красивые люди, они убирают сено.